Вот этот медаль я выиграл в 98 году. Вот, 2000 год в Москве, в России выиграл. Григорий вспоминает о своих первых соревнованиях с особой теплотой. Его спортивная история началась в 9 лет. Отец привел на секцию бокса, и уже через 3 месяца тренировок мальчик вышел на ринг. Задача была уже 2 раза в день тренироваться. А я как бы выполнял, как тренер попросил, так и мы как бы делали. Тренер был строгий, нам объяснил, что второе место занимать это не очень. В 13 лет он уже выступил на международном турнире и занял первое место. Дальше больше. Спортсмен 14 раз выиграл чемпионат Армении, а затем занял второе место на чемпионате мира. И в дальнейшем я решил развивать секцию, делать не только в Боровихе, а по всему Одинцовскому округу. Открыли несколько школ, 11 школ в городе. И дальше мы решили провести регулярные соревнования в нашем округе. Ну, как бы моя работа была замечена, и единогласному решению коллектива мне назначили президента Федерации Одинцовского городского округа. Передать детям свое спортивное мастерство стало одной из главных задач для чемпиона. Григорий уверен, что человек, который попадает в экстремальные ситуации, например, выходит на ринг, и в других экстренных ситуациях сможет сохранить спокойствие. Ну, мы объясняем. И вообще, я как бы хожу по школам, с олимпийскими чемпионами, как бы с знаменитыми людьми, и объясняю детям, как вообще вести себя в жизни. То есть, чтобы ни в коем случае на улице не подрались. Но если ты сильный, если ты достойный спортсмен, есть для этого соревнования, есть ринг. На будущее у Григория уже есть четкие планы – провести в Одинцовском округе чемпионат Московской области и чемпионат России по боксу. Екатерина Крамер, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».